не все то золото, что блестит. Ну, золотого идеального качественного бензина в Магнитогорске, да и в России-то не найти. Давайте хоть серебряный правильный поищем. И вы знаете, нашли. Эти наши сюжеты не в бровь, а в глаз. И прямо между ног. Бензин в магнитке не делается. Хотя разумнее было бы ввести в ЖД, и вышло бы дороже, зато честнее. Все те нюансы и тот обман, что творится везде. Мы вам его прямым текстом, так сказать. Почему сеть береговую пиарим? Ну, по крайней мере, заправляясь с 1997 года, особых нареканий лично у меня не было. Если всего того, что мы перечислим далее, больше не будет, в городе останется только молиться на того, кто построит нефтеперерабатывающий завод, ну и, наконец, завод автомобильной резины. Да, больше сюжетов полезных и некоммерческих. Дело в том, что в Магнитогорске порядочных предпринимателей-то и не осталось. Лгут они порядочным образом, отмазываясь типа кризис. Лгут, чтобы не платить. Но реклама-то двигатель торговли. А панический ажиотажный спрос, когда люди хапают все подряд, чтобы сберечь деньги, кончится. И вот тогда пригодятся наши полезные советы.